На Красноярский экономический форум в этом году приедут гости из более чем 30 стран. Ожидается большая делегация из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Индии. Участие зарубежных экспертов и общую повестку форума сегодня обсуждали члены организационного штаба. Одной из центральных тем КЭФ-2018 станет проект «Енисейская Сибирь». Он должен объединить в общее экономическое пространство Красноярский край, Хакасию и Тыву. В планах для развития продвижения этой экономической стратегии привлечь большое количество специалистов из самых разных областей, что уже создаст новые рабочие места. Речь идет не о только промышленной кооперации, хотя и о ней тоже, значит, но и о научном сопровождении проектов, о обеспечении кадрами и так далее. То есть эти вещи должны складываться фактически в идеальном варианте вот сейчас, когда эти проекты планируются. Среди ключевых тематик будет развитие инструментов инвестиционной политики, прежде всего в интересах развития крупных проектов, которые локализованы на таких территориях, как Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва, то, как мы, то, что мы называем Енисейской Сибирью.